ты нормальный. А все думают, что ты ёбнутый. Это твоя лучшая броня, это твои лучшие доспехи. Большое спасибо атмосфере, которая была в этом фильме. Вот это вот именно то ощущение дружности, за которое ты любишь Ляпис Трубецкой, Дрезден, Брута. Вот это сложно объяснить, но этим хочется дышать, это хочется передавать, этим хочется в хорошем смысле заражать все больше и больше народа и говорить: вот, посмотрите, вот же оно, вот то самое настоящее. Спасибо. В конце Сергей спрашивает, кто ты такой, и во время фильма я понял, что я человек, который живет в эпоху Сергея Михалка, в эпоху Брута, в эпоху всех этих прекрасных поэтов и этой музыки, и просто хочу сказать спасибо. У меня на глаза наворачивались слезы, и я прям шмыгала носом. Нет, она два раза плакала прям. Это было очень трогательно. Время показа фильма, Брута было на экране. И Брута было в животе, потому что малой никогда еще так не крутился. Он просто танцевал, вот здесь были локти, ноги, все было, да. Михалок — это белорусский Хоакин Феникс, который похудел не ради роли, а ради нескольких альбомов, ради своего такого глобального проекта, вот, который взрывает, вдохновляет. И очень приятно вот в Киеве почувствовать себя снова вот первоклассником, которому принесли эту кассету. Крутой фильм, я пересмотрю его сейчас в YouTube. Я, честно говоря, не очікував, що це буде так проникливо, так точно. Ну, я відкрив для себе глибину цієї неймовірної особистості. Это все невозможно передать только фильмом, потому что фильм, он это как предисловие к тому, что будет, к тому, что было. Да, вот в фильме показано то, что у... Ну, на что у многих не хватает смелости вот в жизни. И ты смотришь, и ты видишь в главной роли вот героя. Я, вот правда, я не ожидал. Это обычное кино. Не ожидал. Этот фильм очень крут, даже будет для тех, кто не является прямым фанатом группы. Потому что на моей памяти это, наверное, впервые что-то сделали такое документальное и душевное, главное. Что-то такое теплое. Безумно понравился фильм, безумно понравилось побывать внутри команды, внутри этой семьи. Для многих Брута — это поток свежего воздуха, поток свежей мысли. Я знаю многих людей, да и я, в принципе, тоже, для которых это какой-то мысленный переворот. Ребята, фильм Брута — это не только фильм о том, кто такой Сергей Михалков. Это фильм о том, возможно, кто вы на самом деле. Все будет Брута. Этот фильм – это чистая энергия, сила, добро и свет, и его должны посмотреть все. И самый крутой момент фильма, который меня зацепил, это аналогия Сергея Михалка с Марвелом. Это реально, это так и есть, это вселенная, но только не придуманная, реальные люди и фантастический мир Михалка. Я до фильма думал, что мне не нужна мотивация, я просто не знал, что такое мотивация. Теперь я понял. Это лучший фильм, который получит Оскар в следующем году. Я считаю, что вы не жили, если не видели этот фильм. Смотрите обязательно с широко распахнутым сердцем. Охерительный просто. Так что супер круто. Да, спасибо. Да.